Почетный профессор КФУ Рашид Сюняев провел в стенах «Альма-Матер» научную встречу с сотрудниками и аспирантами. Выдающийся астрофизик прочитал доклад о рентгеновской орбитальной обсерватории «Спектр рентген-гамма». Говорить я буду в основном о замечательной науке, о рентгеновской астрономии, а также о том, как вот одна идея, которая приходит в голову аспиранту, она вдруг, значит, сейчас начинает конкурировать с целой большой наукой, рентгеновской астрономией. В сентябре 2018 года на орбиту планируется вывести научный аппарат «Спектр рентген-гамма». Его главная миссия – создание карты Вселенной. На ней отметят все крупные скопления галактик, широкомасштабные карты Вселенной, вроде путешествия во времени. Участие в проекте рентгеновской орбитальной обсерватории «Спектр рентген-гамма» примут и молодые ученые Казанского федерального университета. Их задача будет стоять в наземном наблюдении за спутником. Для нас очень важно, что здесь имеется группа, работающая под руководством академика Академии наук Татарстана Наиля Абдулловича Сахибуллина и заведующего кафедры профессора Ильфана Фаритовича Бекмаева. И они делают громадное дело для нас, и вместе с нами будем открывать миллионы новых источников рентгеновских, о которых никто не знает. Будем открывать новые сверхмассивные черные дыры с массой в миллионы и миллиарды солнечных масс, которые съедают, например, по Земле каждую секунду. Участие ученых Казанского федерального университета под руководством Рашида Сюняева, несомненно, вносит большой вклад в позиции Института физики в глобальных предметных рейтингах. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.